Кару, нет. Кару. Кару. Они не знали, что у вас сад. Они еще не в курсе были. Знали, да? Я бы у вас открывал бы сразу тогда этот ферму для сумки из змей, кожи змей. Тоже неплохой прибыток. Значит, смотрите, кора, когда вы сразу обрезаете, да, она светленькая, потом она потихонечку начинает темнеть. Поэтому вы видите, где мертвление, доходит до него, да, и счесываете все это дело. То, что дальше немножко вот становится коричневеть, вас не должно пугать, вы уже обработали то, что вы увидели. Все. Значит, еще такой момент. Если это просто, скажем, неинфекционное начало, можно не обрызгивать этой штукой, да? Если вы видите, что вокруг вот такой вот серенькое идет, допустим, да, и вы его срезаете, или там черненькая, или гниль какая-то, в любом случае обязательно обрызывание медным купоросом, либо железным купоросом, либо то, что вам скажет вот ваше начальство. То есть это в любом случае. Короче, речки в любом случае брызгаем. Нет, не всегда. Подождите. Почему? Потому что, допустим, медные купоросы, другое, то, что вы опрыскиваете, оно убивает ближайшие к селе флоемные части древесины. То есть клеточки оно убивает. По большому счету этого не нужно, если они не заражены. Да? То есть как бы мы немножко убиваем для того, чтобы оно потом впоследствии заросло хорошо. Но если там нет инфекционного начала, значит... Да, ну мы увидели. Я думаю, что мы сейчас походим, что-нибудь еще увидим. На Артемовске надо идти. Там больше болезней. На этом Мелитопольске мало. И сходим сейчас туда. Сейчас немножко посохнет. Да, какая-то постилочка, конечно, должна быть. Это я согласен. Я обычно использую наколенники, но бывает такое, что забываю. Будем гонять. Что-нибудь поменьше, да?
Альдер Мэл. Дерево пришел, прыгает. Вот такие не вот сделай. Большие бугры. Достаточно его закрыть. Просто вас немножко за раночкой. Обрабатывали. Более 19 тысяч чего сюда. Понял? Все, то есть у нас такая хорошенькая пленочка. Не толстенькая. И она будет зарастать. Следующая обработка, это она будет тоже желательно. Смотрите, еще вот те деревья, которые вы делаете, желательно, чтобы вы их каким-то образом пометили красочкой, чем угодно. Потом в следующем году весной, а потом еще осенью посмотреть, дообработать. Возможно, оно немножко отошло, возможно, где-то что-то какое-то еще потек. Поэтому буквально доработать, потому что оно, эта обработка нужна до того момента, пока она полностью не заживет, пока калюсная часть от нее не похожа. Так, смотрим дальше. Это в развилочке. Здесь просто обычная вот такая вот, почистить ее, да, и очень тоненько покрыть. Вы сейчас на одном дереве, это при переходе между деревьями вы обрабатываете инструменты. Вы на одном дереве, в пределах этого дерева, да, если оно, скажем, не с мертвой на живую, с больной на здоровую. Вот в пределах такого, когда вы не видите такого сильного ожога. Вот посмотрим, камбий абсолютно живой, абсолютно нормальный. Зелененький такой, все хорошо, да? Вот у нас какой-то гнилой участочек, вот мы его сейчас чуть-чуть удалим. Начало бугриться, обрастать уже калисом. Каждый раз надо подключить это да. Так, мы сделаем такие насечечки для того, чтобы она лучше потом начала заживать. Дерба, это 35 гривен покупал. Где-то они там рассыпанные лежат.
Ясненько, да? Что, силы мало, что ли? Конечно, мы мало. Мы же женщины. Мы же женщины. Все, а здесь обработка купороса не нужна, да, просто было аккуратненько. А можно вопрос? А вот это надо? Абсолютно правильно. Вот это вот. Здесь вот, вот смотрим по кругу, где еще можно. То есть вот это вот участочек, да. Угу. Ну, 8 часов. Полчаса, да? По-разному разное, да, это правда. По-разному разное. Иногда приходится ковыряться, особенно там, где чревоточич прошелся какой-нибудь, поэтому по живому слою там и полтора, и два часа может уйти. Здесь по-разному. Вот здесь с тоненьким слоем, да, те места, которые мы оголили. Если где-то вот камбий, как здесь кора отошла, тоже. В следующем году у него здесь уже и а вот видите, да? Я обрезал кору, притом желательно, кстати, вот тоже все рамки обрезать. Срез, но чтобы они были вытянутые, да, чтобы в одном месте было узкое, в другом месте вытянутое, как правильно, это вдоль дерева, тогда оно быстрее будет затягиваться вот так. Дошли до живого здесь, буквально чуть-чуть, капелька. Обработали вокруг. Да, Наталья. Чуешь, Наташ, нас тут обучают, так что мы на том. Болячки, короче, мы. Да, мы на поле. Да. Ага, все, до живого дошли. Замазали. А побрызгать? Нет, не надо. Здесь мы инфекцию не этот. Ага. Да, это если бы ты. Если там, где мы? Ну, увидим. Сейчас пойдем еще в ту часть. Я думаю, что мы сейчас увидим. Где надо обрабатывать обязательно. Так, где моя эта белая штучка? Вот это? А, вот она. Она уже не белая. Тоненьким слоем вокруг и немножко забрать. Все. Наташа, там Света Пилипенко звонила, говорила детвору послать за водой. Что у нас делает детвора? Что у нас делает детвора? Поехали дальше. Так на вишне, да, а сейчас на никакой детворы. Так, обработочка. Если да. Малых всех это самое. Какие они? Насколько они детвора? Куда тратить, да? Конечно, не надо. Поможем. Как на прошлой прополке. Как на прошлой прополке. На уборке ладно, а все правила как в обязательном порядке, как на прошлой чтобы не оставалось прополке. Камеди или каких-то частичек на этом. Это всегда нужно. Обрезали, срезали, все. То есть вот оно. Дальше оно засыхает, все. То есть это обработанное, да? Вот если какие-то кусочки остаются. Особенно с камеди, камедь, да. Вот это вот нам главное этим всем все смыть. Идем дальше. Так, на лодку пойдем.